Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет, а смотрите продолжение партии за хеттов в сетевом Old World. Подробности и начало всего этого прохождения в первой серии, ссылка на него, точнее на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии, так что если вы случайно попали на это видео, переходите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу, большое спасибо вам за поддержку. И всем вам приятного продолжения просмотра. Так, ну тут будет воинственное. 100%, ну, типа эти всадники. Так, ну что, выполняем амбицию. Думаю, кого из этих... Ну, наверное, под генералом. Так, из города. Не, давайте штурм. Так, рудокоп. Следующим ходом выполнится. И по идее, следующим ходом иудаизм должны получить... Так, ну давайте, наверное, армию подводить к нумидийцам. Тут даже, наверное, куплю приказ и начну каменоломню строить еще. С камнем у меня проблемка. С деревом, конечно, минус тоже, но он легко решается просто вырубкой деревьев. А вот с этими есть проблемка. О, племенной налет. О, чуть нас мурсили. Ну, хрень. В 44 года умрет. Плохо. Подожди, а племенной налет около Лусны? Это здесь где-то. То есть, ну, медийцы сюда на Лусну сейчас пойдут. Надо подводить юниты. А, еще и рабочую силу надо открыть, блин. Это где? Ясно. Успел в хатусе производство выбрать. Да, но эта царица совсем у нас грустненькая. Что за лобарный интриган у нас тут? Объявим. Построила некрополь для себя, походу. Да, шо, что. Умерла сразу. Ну, все логично.
Давайте талантливыми. Плюс мудрость, но минус дисциплина. Наследник другой чувак, прикольно. Так, царицу, наверное, сюда. Хотя вот этот тоже плюс приказ, плюс счастье. Да, это прикольный. Блин, когда за один ход много событий прокает, или успеваешь? Тот самый, кстати. Я вообще не успеваю ходить. Так, а где у нас рабочая сила? Куда? Она не выпала, да? Ладно, давайте прорицание откроем. Царица у нас судья. А как работает автоматизация в сетевой на разведчик? Он только один ход ходит. Нет, строить ворота и штара пока не буду. Возможно, она просто не работает. Поставил медленный. О, в Персии иудаизм. А что это было? В смысле? Какая-то красная хрень высветилась. А Персия в иудаизм обратилась. Ага. Красная хрень высветилась. И ты ее закрыл сразу, да, испугался? Не, я клацал, и она пропала. Ну, а на ней что-то написано было? Я не успел прочитать, потому что я клацнул, и она исчезла. Так, что мне тут строить? Камнетёса. Ай, давайте пращников уже поделаем.
лесохода вообще не ходится. Блин, у меня уже третий царь, а у Рима только первый умер. Причем он буквально два хода назад женился по новому. Еще меня так. Ну, короче, выбор брака для него начал. Типа, чтобы семейный брак заключить. И тут же это следующим ходом вам конец. Ничего. Очень вовремя. А тут казармы немножко странно. Три приказа мне надо. Хочу просто сразу распространить на Хатусу. О, блин, у меня еще один приказ. Значит, мне два надо было. Ладно, подходим по селам. Будем нумидийцам войну объявлять. Всадник, всадник. Элитный налетчик, копьеносец. Надо будет сначала этого валить. Вообще тяжелая будет битва с нумидийцами. Так, что нам дальше? Риторика, колесо со спицами. Давайте, наверное, колесо со спицами. Да ладно, только сейчас? Ну а чё? Не, ну просто... Они тут рядом со мной находились, чё мне воевать? Не, я к тому, что только наоборот, я думал, типа ты раньше это, уже, наверное, воюешь там себе, да? У меня даже одна из жён царя была нумидийка. Оратор,
герой. Давайте героя возьмем. Все что-то делают. Ладно, не буду. Хоть думал купить приказов, походить я не буду пока. Блин, перс, у тебя царь ученый, и ты при этом недалекий. Это как вообще? Ну как-то так. Оскорбления пошли. Ага, люди, которые наиграли 200 часов, приставят к нубам. Ну... Как так? Так, через реку. Да блин, где тут конченые реки? Вы посмотрите, как вот просто вокруг. Мне, чтобы не через реку, надо вот отсюда где-то атаковать. Ноль граждан у меня уже. Иудаизм распространяет. Что он там укрепил? Ты взял почитание. То есть вообще он ничего даже на храмы не будет давать. А у меня это бесплатное вылетело. Так там я могу потом и другие взять. Ну ты же в курсе, что и я, например, могу. Что вообще, кто хочет, может там всякое укреплять, а не только основатель. Ничего себе, не знал. Ну вот. Вообще, все, у кого есть религия, это делают миссионеры и могут, ну, то есть, заплатить, сколько там, 400 соцкапитала и делаешь. И типа это, ну, на всех будет. На всех, да, да. Прикольно. А можешь как-нибудь посмотреть, у кого сколько городов? Ну, слушай, а там вроде когда наводишь, не пишет? Можно навести. А, стоп, на очки. По этим точно. По... На очки можно навести. А, да, на очках-то, на очках. Настя Филипп прожил что-то сильно больше, чем оно было в реальности. А я тут наладил отношения, меня никто тут не трогал. Самое интересное, что я хотел перед этим женить внука и так, нажал мне на ту кнопку. Гарнизон нужен. Мне пришла женить на этом 80-летнем шарике. Я думал, ты женился на внуке. Слушай, ну, в Древней Греции не были люди такие толерантные.
Почему? По-моему, наоборот, там было... Не-не-не-не, ты скрепную традиционную греческую педерастию спрашивает им гомосексуализм или буты. Это совсем другое. Надо тут нам педерастию путать, все понятно. Это у них браки они не заключали. Далеко. Хочу как-то к персу пройти. Да, у нас тут, конечно, горы. Да. Блин. Вот эти вот между тобой хет справа, ну, слева от Луцина. Перигеи, вот эти? Да, перигеи. Там прям никак не пройти. Там прям просто цепи все. Не, я точно знаю, я как бы прям горы сами не открывал, я вот Луц не вижу. Немножечко вперед прошел, там встал. Да, я просто от фонаря уже все клацаю, ничего не понятно. Ничего не понятно. Непонятно. Ничего не понятно. Умерла женщина, стукалы нападают, какого черта. Может, как-то связано? Я подозреваю. Мудрость, вот давайте мудрость. Вот мне интересно, как фермы на болотах дают дерево. Вот немножко непонятно. О, все города, 20 роста и 20 счастья, кайф. Так, амбиция 4 житницы. Не, это мы уже не выполним. Добавить 2 придворных. Не хочется житницы прям много строить. Давайте попробуем 2 придворных. Литература. Ну, давайте литературу сюда. А у меня был раненый поселенец. А сколько там? А, не буду восстанавливать. Давайте сразу рабочего. Ну. Ставлю тут юнит пока. Тут могут набеги просто быть. Народов моря.
праведная, да. Она как лидер у нас всем городам плюс к счастью дает. Эй, слышь, что за наезд? Я не понял. Это ты про кого? Это я про твою, это слышь, что ты тут шаришься. Это вообще персу было. Я понял. Я вот обнаружил. Так, а храмы мы еще не открыли, да? Чтобы их строить. Или не храмы, а монастыри. Где они вообще тут? Греки бьют. Да, еще далеко. Блин, я тут делал совет. Я не понял, кого греки бьют? Чтобы никого потом... Я сказал. Блин, я забыл, что тут я хотел сделать, ладно. А если они недовольны, то семья восстает, а? Да-да. Как с ними подружиться? Я уже, ну, потратил деньги на эту хрень. Ну, типа, влияние. А, надо дать люксы. А, они довольно еще город хотят, понял. Не успел походить скаутом. Вот почему-то, которую игру с первой семьей хуже всего отношения. Не завидую. Только что в Батайме играл, то же самое. Именно первая семья у нее всего было. Ну там же написано, как ты наводишь, что их, что им не нравится конкретно. У меня, кстати... Вот я понял, почему. Их же город первым становится, и первым там несчастье достигает какого-то высокого. Ну, может быть. А может они хотят, чтобы член семьи был губером, а не твой правитель? Убийцев бьют. Ой, Рим иудейский. Приветствую вас, братья иудеи. А что ты решил быть? Ни одного города не вижу тебя. Событие выпало просто обратиться. Ну, у меня есть один город как-то. И один этот. Сейчас обращусь еще. Столицу сейчас обращу, у меня бесплатный выпал до этого. Сейчас все тут. Блин, приказов дофига осталось. Ладно, может апну пока. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же,
подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Ладно, закончу ход, но... Честно говоря... Что-то приказов много остается уже. Все в иудаизм переходят. Ну и у семей, соответственно. Так, аристократия, посла можно будет использовать, давайте. Советник верховный. Так, он у нас может дары семье делать. Но я пока не буду, у нас вроде нормально все. Продажный есть шанс. Не, не пойдем на поводу, он старый. Я думаю, нету смысла. О, теряет статус ленивый, отлично. Ты, Грей, хочешь тут жить, да, вот на месте фракийского города? Гаулс, какой-то, гальский город, не знаю, прямо у моей границы гальский лагерь. Ты там с этим отправишься, прачником. Повырубаю лес, пока похожу. Не помешает. Да, ну традиционно у нас самый дорогой ресурс – камень. Я могу продать камень. Если бы не строили столько чудес, как начали, блин. Ну, вон у Египта 15 очков, из которых типа 6 от чудес. И он там еще одно строит, да? У меня город в пустыне, я пахнул каменоломни, камень есть просто все. Так, 5 городов у Египта, 6 у Греции, 6 у меня, 3 у Вавилона, 6 у Рима, 6 у Пе. Ну я думаю, что... То есть все 6 поставили, кроме... Ой, тут я обратил внимание, что некоторые чудеса вообще забанены. Нет, там, оно... там каждой игре как бы пул чудес... рандомно выбирается. А-а-а. И для каждого уровня 3 чуда, по-моему, да? В игре как там ограничен максимальный возраст правителя? Нет. Сейвлот в помощь. О, иудейский храм. Так. Хатуса получает пропаганда. Давайте, пропаганда. Так, и где у нас храм появился? Вот тут. Ну, старые. Вот этого молоденького.
Или даже это, блин, ну плюс несчастье. Не хочу с несчастьем. Все чудеса строят. Хорошо, да. Так, два хода. Ну, мне надо будет сюда посадить спеца, так что давайте пока совет два хода проведем. Так, здесь два гражданина. Пастуха. Тут стены нужны 100%. Нет, давайте сначала спеца сделаем. Слушайте, а кто-нибудь сталкивался с событием эти пропавшие свитки? Возможно. Да, лагает. Ну, тут успел хотя бы походить. Кто-нибудь нашел озеро около моего города Малидия? Ну, как сказать, нашел. То есть я название выдумываю, а вы игнорируете, да? Ну, как сказать? Как сказать, так сказать? Не, нетерпимую я не буду. Судя по названиям, мы потом не попадем никуда на этот... Запись этого стрима никуда не попадет. Как это? Так, еще, наверное, камнетеса. Или юниты лучше строить. Давайте колесницу. О, а я уже закончил. А, блин, нам два хода до гражданина надо. Тьфу ты. Серьезно, ни разу еще при выборе там каких-то черт не выпало ничего хорошего, обязательно. Или глупый, или то памятный, или нетерпимый кто-то будет. Так, давайте к усаранам отправим дары. Чуть уменьшилось у них счастье. О, кусараны выйдут. А, так они что, грустными были? Потому что обрезание не делали. Теперь норм. Так, бесплатная колесница. Берем. А что я открыл сейчас? А, колесо со спицами, походу. Нет, посла я открывал. Во. Ну, медиум, он, правда, больной, но я надеюсь, что он... Блин, хотя... Или лучше кадусь. Нет, 55. Что ж этого нумидийца?
Блин, я хотел посмотреть. Посол. Аристократию я открыл. Ага, значит, могу... А, так это у меня уже принято, блин. Те уже были у нас приняты. Так, может, тогда риторику лучше? А, ну, я сейчас бесплатную колесницу сначала получу. Ладно. Так, гражданин, один ход. Давайте совет проведем. Так, вот сюда. Спеца. Что-то набегов. Слушайте, а у кого-нибудь набеги вообще происходят? Что-то у меня как-то и набегов нету никаких. Ну ты, наверное, всех вырезал. Не, ну должны ну, там да, же с этого с моря быть, знаете, такие эти. Окей, а у меня, кстати, со стороны Египта прилетали. А мы же, наверное, в уровне сложности с моря не поставили. А, может быть, кстати. Не, были с моря, были, ко мне приплывали. Так может у тебя с моря приплывали, знаешь, там через море какой-нибудь остров. И там типа эти... Да, возможно. Нагенерировали какие-нибудь нумидийцы или даны, не знаю, кто там есть. А, ты имеешь в виду прям чисто с моря? Да. Нет, такого не было. Блин, погиб все-таки, был больной и умер все-таки, блин. Ладно, давайте эту поставим. Праведная, отлично. О, прозрение. Ну вот, смотри, перс, я вот сейчас буду прозрение иудаизму добавлять. Давай. Видишь, появилось. Да. Что дает? Пол приказа от храма. А. Или приказ, подожди. Пол приказа. Пол приказа, да. Я помню это. Нету наместников в Тархунтасу, блин. Вы занимаетесь умным этим, сейчас понаберете всякой фигни. Ну так ты сам, мне кажется, это не фигня. Там еще есть, ну, наука от храма, но мне что-то приказы больше нравятся. Там, по-моему, еще плюс одна часть была от храма, если не получилось. Ну давайте земледельца. Я смотрю, боишься, стену лучше не построю. Он просто хочет быть счастливым. Стены? Нету там стен. Да.
В Лусне нету стен. Да? А почему дивизия? А, ну хотя... Защита, кстати, интересно, от чего города зависит? Помимо стен, прочего. Ну, от юнитов, наверное, в нем. А, да. Реально не успеваю уходить. 5, 6. Становится нетерпимо, я почему? Смиренный. Не, давайте счастье. Наконец я тебя встречу, Египет. Рим, мед есть? Самому будет нужен. Понял. Не знаю, бараки хочу почему-то строить. Разница. Проведу как раз к этому моменту пастуха можно будет сделать. Вспомнил, что тут через мир можно скаута вывести. А вы воевали? Нет, нет, тут начальное это... состояние перемирия. А, тебя только встретились? Нет. Нет, просто хет мир отправил. А, я понял. Вообще странно, что с компьютером можно заключать мир только с послом, по-моему, а тут можно без посла это делать. Не-не, это... А, по-моему, да, с послом. Почему? Тут тоже, по-моему, только с послом. Ну, у меня нет. Послать мир через посла делается. Как ты по-другому пошлёшь? Слушай, у меня посол не открыт, я могу посылать. По Ивону посылал, там, Греции мир. А как ты посылал? Да, мне в самом начале игры прислали мир. Да, да, я послов вот, не было. Ну, Ивон встретил сразу. Давай мир с тобой. Ну, с другой стороны, это вроде ни на что не влияет так-то по-хорошему. По-моему, открытые границы дают, нет? Нет, открытые границы дают. Я имею в виду, не влияет... ну, грубо говоря, я все равно могу тебе сразу войну объявить, понимаешь? А, да в этом плане, ну... Что-то не помню сейчас.
А вам не кажется, что Риму вот эти города защищать очень тяжело? Ну, посмотрите, какие тут проходы. Но, походу, выглядит как можно нападать. Просто собираю дерево на будущее. На этом пока все. Продолжение смотрите завтра, а спонсоры канала могут его смотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка на него в описании в прикрепленном комментарии. Спасибо за поддержку. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.